Привет, это канал AAA, и да, мы продолжаем прохождение Crysis. Так, мы что такое уже не сделали, и чего еще только не должны сделать, чтобы пройти дальше? Даже не представляю себе. Что-то оно длиннее, чем мне кажется, на самом деле. Но мы подбираемся к горе, я так понимаю. Да, она точно длинная, кстати, я как-то вспомнил, что сейчас будет еще куча всего. Ну-ка. Босса, в ней мало патронов, и я не знаю, зачем она нам нужна, что он такого делает, что бы не мог сделать. Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Ясно, майор. Что-нибудь слышно о заложниках? Нет, остаюсь на связи. Воу. То есть это их совсем не смущает, да? Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Но только танка нам не хватало, честно говоря. Что-то я не хочу с вами так разбираться, прям вживую. Давайте мы как-то, я не знаю, спокойно возьмем, типа а-ля в стелс-режиме, что ли. Заберем данные. Что это там? Так. Я не хотел, чтобы меня так заметили. Это снайпер выжил. Окей, я вас понял. Ну, можно я всех прям убивать не буду. Отлично. Граната, типа, у нас есть, все есть. Они что, меня потеряли, что ли? Ладно. Блин, я не хочу с танком сражаться. Вот танки это прям здесь реально лишние. Ох, вас тут-то ты посмотри, а. Как он вот там шлем выжил со шлемом? То есть вы так будете идти? Серьезно? Вы не серьезные, ребята, я скажу. Да блинский. Не вставай. Ну, еще. Сохранимся, ладно. Полежи. Там же танк есть, я помню. А если я запрыгну, типа, на дом? Я увижу танк? Да. Отлично.
Oops. I'm not special. Идите-ка вы в баню, а? Что это? Вышел? Я случайно, я не специально там убил. Ладно, ждем. Пистолетный только. Не знаю, кто из вас там выходить собирается. Но лучше бы дали мне патронов. Текс. Патроны, 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 патроны. Здесь пройти нельзя? А в смысле? Я их даже не вижу. А как они меня видят? Так, хватит тупить. Эй, что случилось? Че, клава не работает? Отлично работает. Так, что там за глюки? Где ты? Да чё ложится-то? Стрикленд, я нашел офис на здании. Попробуй войти в их тактическую сеть. Выдвигай! Новая цель! Держи! В атаку! Отлично. Подбирай патроны. Ты посмотри, мне не уйти, говорили они. Ложитесь. А где вы все? На лестнице? А патронов у меня больше нет, да? Ну ладно, подождем тебя здесь. Ну. Все, все. Отлично. Все, что можно было, собрали. Серьезно, может подобрать и выкинуть? Я первые данные. Ну-ка. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в шахте, заложники там же. Посмотри на карту. Твоя задача — освободить людей. Выполняю, майор. Это что за шахта? Посмотри на карте. Посадочная посадка и заложники. Так подожди, что мне за... Не понял, а куда мне сначала?
Нифига себе, тут огромная местность. Все типа свободно, никого нет. А я же не выживу, да, если так спущусь. Даже в режиме силы. Ладно, я понял. Их они хотят, чтобы я спустился именно одним способом. Вручную. На колесах. Хочу на грузовике, у него жизни будто больше. У него тоже второе место, это пулемет, отлично. Так, что ж, перед великим путешествием нужно сохраниться. Погнали. Очередная база. А нельзя просто вас проехать? Я же думаю, можно, не? Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? Нет, нельзя. У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Эх, понятно. Да ладно, он бессмертный, что ли? О, как обычно толпа. Что происходит? Вот только мне тебя не хватало. Ладно, сохранимся, допустим. Вон он, да, вот он я, бери. Серьезно. Хорошо, что сохранился. Ты умрешь когда-нибудь, не? Смотри, он реально бессмертный. Так, тихо. Не понял прикола. Отлично. Власть. С чего ты тут стреляешь? Отлично, мне как раз. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Да блински. Стойк, дай отдохнуть. Yeah.
Вот это просто сделать. Ну конечно. А где я сохранился? Не помню. А сохранился я, ну естественно, где же еще? Так. Какой-то хрен стоит. А то не хотят, чтобы я на него всю обойму потратил, похоже. Нет, уходи. Да хватит. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. И что я тебе с ними сделаю тут? С терминатора сыграю? Да ну нафиг. Как он меня заметил? Ладно, я понял. Его там можно разорвать так. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Это просто сделать, разобраться с этими корейцами. Да блинский. Да ладно. Из чего это умер-то? Где я сохранил? Здесь, ага. Ни в какую. Блин, да я бы рад разобраться, а что я с ним сделаю? Ему все равно на все. Понятно, ясно, что я ничего не смогу с ним сделать.
Да, ну нафиг. Ладно, в общем, наверное, на эту часть мы закончим. Что-то какая-то не очень, скажем так, продвигательная часть получилась. Ну, ты подписывайся, ставь лайки. Комментируй и посоветуй, как сделать так, чтобы не плагиатировал.